Друзья, всем большущий привет! Сегодня у нас будет распаковка и первое впечатление о наушниках Huawei FreeBuds 4i. Как вы уже знаете, тот, кто смотрел мой предыдущий ролик, эти наушники шли в подарок к часам Huawei Watch GT3. Ролик о часиках уже вышел на канале, поэтому можете перейти по ссылке сейчас посмотреть. И в подарок давали вот такие наушники. Наушники вместе с часами по стоимости вышли 750 белорусских рублей. Сейчас выскочит в подсказочках где-то, сколько это будет по курсу Национального банка Республики Беларусь долларов и российских рублей. Но курс сейчас постоянно меняется. Поэтому я думаю, то, что актуальную информацию лучше уточнять в интернете. Этот ролик, естественно, судя по подписчикам на моем канале, я думаю, вы прекрасно видите то, что их всего лишь там 1000 с небольшим, не является рекламным. Я просто очень люблю продукцию Huawei и Honor. Вот сейчас съемка в данный момент времени идет на Huawei P40 Pro. Также у меня и селфи-палка, на которой телефон сейчас стоит, тоже Huawei. Еще есть у меня колонки Huawei, до этого был телефон Huawei P30, поэтому я очень люблю продукцию этой компании, и ноутбуки, и телефоны, и вот сейчас часы очень люблю, и вот сейчас будем знакомиться с наушниками. Я пользуюсь уже, наверное, где-то 2 года беспроводными наушниками, но такими дешевыми, с Алиэкспресса за 20 долларов, фирма Hilo, по-моему, называется. Но посмотрим, как будет по сравнению с Huawei. Значит, в коробке, кроме самих наушников, лежало 3 месяца бесплатной подписки на Huawei Музыка. Так, давайте наушники пока отложим, посмотрим, что еще есть в комплекте. В комплекте есть USB-A, USB Type-C провод. Два комплекта сменных амбушюр. И документация. Я так понимаю, то, что эти наушники имеют специальное приложение, которое есть в App Gallery. Напомню для тех, кто забыл, Huawei развивает свой магазин приложений App Gallery, где аналог Play Market, скажем так. Там уже практически собраны все самые популярные приложения, которые есть на Play Market. Поэтому, ну, я думаю, тот, кто знаком с техникой Huawei, понимает, про что я говорю. Сейчас перейдем по вот этому QR-коду и попробуем скачать приложение. Обычно проблем софт Huawei не вызывает, поэтому я думаю, то, что их не должно быть и сейчас. Снимаем и, значит, видим вот такие беленькие наушнички. Написано то, что сделано в Китае. FreeBuds 4i. Бокс. Ну, выглядят они как-то... как-то вот так. Поэтому, если честно, я не особый мастер снимать какие-то тут обзоры и распаковки. Это чисто такое первое впечатление. По впечатлению скажу, хочу сказать то, что пластик выглядит и ощущается очень качественно. Не сравнится с китайскими наушниками, которые приходят с Алиэкспрессом. По весу, ну, ощущается очень легкими. И это, наверное, все, что я могу сказать. Вот эта вот сама коробочка, она глянцевая. Крышка немножечко, мне кажется, со временем разболтается, хотя на магнитах и защелкивается крепко. Так вот, трясу, ничего не выпадает. Откроем крышку. Ну, тоже сидят крепко, но... чувствую, если немножко сильнее трясану, то вылетит. Так, ну и давайте, наверное, сейчас переключусь на съемку экрана и скачаем приложение. Приложение называется Alive.
Устанавливается приложение, всего лишь две оценки по 5 звезд. 7321 миллион скачиваний и всего лишь две оценки. Конечно, интересно. Так, давайте нажимаем «Открыть». Принимаем все, что он предлагает нам. Разрешаем. И, наверное, надо достать наушники, да? Все, наушники подключены. Пока прошли тут все обновления, значит, по функционалу, что показывает приложение Alive? Оно, значит, показывает заряд левого уха, правого уха, заряд самого кейса. Потом можно включать либо выключать режим шумоподавления. Звукопроницаемость также можно здесь ставить. Управление жестами настроить. То есть левый наушник можно поставить. Воспроизведение паузы, следующая композиция, предыдущая, активация голосового помощника, либо никакую. И правый наушник то же самое. Потом нажатие, это двойное нажатие. Нажатие и удержание, контроль уровня шума, шумоподавление, звукопроницаемость. Потом в настройках определение надето или не одето можно ставить. Ну, справочная информация и обновление. Обновление вот я уже поставил, где-то за 4 минуты произошло обновление. Настройки устройства и удалить устройство. Значит, вот такой небогатый, но в принципе все необходимое в этом функционале есть. Ну что, наверное, на этом будем тогда с вами заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Не судите строго за мой любительский ролик. Я не технообзорщик, поэтому это просто распаковка и первое впечатление. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их обязательно в комментариях. Постараюсь на них ответить. Либо в комментариях, либо если вопросов будет много, то с помощью снятия отдельного ролика. Всем крепчайшего здоровья, благополучия. До новых встреч. Пока.